С вами Евгений Погребирский, и сейчас я покажу, как в PlayStation 4 отменить автоматическое обновление подписки. Чтобы с нас не сняли деньги, и просто вот так вот как бы закончится подписка, они автоматически с нас снимут. Если не будет денег, допустим, на карте или на PayPal, то в данном случае просто заблокируют вам вашу анкету. Для того, чтобы это не случилось, надо сразу же, когда вы сделали подписку в PlayStation Plus, то, ну, это для того, чтобы онлайн играть, то, по сути, надо ее сразу отменить, вот это автоматическое обновление. Для этого что мы делаем? На вот этом главном экране мы идем вверх. Здесь в этих всех возможностях мы выбираем самую левую. PlayStation Plus. Нажимаем на X, чтобы зайти. И здесь мы видим вверху, у нас есть вот написано «Управление подпиской». Вот сюда нам надо зайти. Нажимаем опять же на X. И здесь выбираем вот эту «Подписка». Заходим. Значит, вот эту функцию мы вообще не трогаем. Она нам не нужна, она не нужна. Это если что-то там поменять, это нам не надо. Вот это не надо. Вот это надо. Turn off. Вот это turn off, вот это то, что нам надо. Выбираем его правую. Вот. Еще раз покажу вот эту. Выбираем. И он нам сейчас пишет. Играйте дальше, все привилегии, подписки останутся активными до 11.22.20. Отключить автоматическое продлевание подписки на PlayStation Plus. Убираем «Да». Теперь он нам задает вопрос. Ваши отзывы для нас очень важны. Планируете ли вы использовать PlayStation Plus после завершения вашей текущей подписки? Выбрать тут есть ответ. А вот, секунду, тут есть. В принципе, я не знаю. Короче, есть такие варианты. Я просто делаю перерыв, да, но я хочу продлевать подписку вручную. Я сейчас больше не планирую использовать или другое. В принципе, можно написать, что я хочу продлевать вручную или просто другое. И вот, выбираем вот эту функцию внизу. Выключить автоматическое продлевание. Нажимаем на X. Автоматическое продлевание выключено для PlayStation Plus. Эту настройку вы можете снова включить в любое время до 11.22. Короче, до 22.11. Все. И нажимаем вот этот OK. Сюда. Все. И тут уже появилась функция. Во-первых, написано в статусе, мы видим статус. Написано, что in use no automatic renewal. Короче, используется, как бы сейчас эта подписка используется, но она не автоматически будет обновляться. Вот. Church. В следующий раз она будет стоить вот столько. Статус. Старт начата она 22.11 и заканчивается она 22.11. Таким образом мы... И здесь уже turn on. Это важно, как бы включить. Соответственно, мы таким образом сделали... Сейчас мы заодно и проверим это еще раз. Специально выйду, это все, я вышел. Даже больше сделаем. Мы сейчас выключим консоль.
Включим ее и проверим. Минутку. Секунду, проверим. Вот, выключить. Вот, выбираем выключить. Систему PS4. Ждем. Она выключается сейчас. Минутку. Я хочу, чтобы консоль просто потухла, и тогда я включу. Она еще не выключилась. О, сейчас выключилась. Теперь я ее включаю. Выбираем. Вот профиль. Итак, вот мы зашли в консоль. Теперь мы посмотрим насчет этой подписки. Идем наверх. Теперь сюда, на плюсик. На этот плюсик. Теперь опять идем в управление. Управление подпиской. X, выбираем подписка, вот подписка, и вот мы видим то же самое, статус у нас no automatic, и тут есть turn on, значит все хорошо. Все мы сделали, и теперь просто отсюда выходим, и все. И можем дальше продолжать нашу работу. Но в данной ситуации мы уверены, что нас автоматически деньги не будут взиматься, и никто нам не заблокирует из-за этого нашу анкету. Если денег не будет, там, или мы не захотим продлевать, мы можем, захотим, будем продлевать, захотим, не будем продлевать. Но автоматически ничего не будет делаться.